Здравствуйте, друзья! С вами Николай, и я рад вас видеть у себя в гостях. Продолжаю я разглядывать купюрки, всякие банкнотки, которые у меня есть в коллекции, но я их не коллекционирую. И знаете, друзья, вы мне много пишете про это все дело, и я решил свое все-таки отношение к ним пересмотреть. Какие-то я решил оставить себе. Наверное, даже большую часть. Ну и осталась еще вот такая вот кучка, которую мы с вами не смотрели. Я ее так условно на две кучки разбросил. И сегодня взглянем на вот эту. Это кипрская банкнотка. Состояние у меня не всегда такие, не очень хорошие. Это я нашел недавно в коробочке, случайно. У меня было видео про то, как я случайно открыл коробочку, а там лежат всякие монетки, банкнотки и прочие ништячки. Рублики белорусские. Это Словения, 200 их местных денег. Опять-таки Белоруссия, Югославия. Да, жалко. Некоторые купюры очень красивые. Ой, это прикольно. Она с одной стороны горизонтальная, с другой вертикальная. Но состояние, друзья, как всегда, к сожалению, не ахти. Баксик. Наши десяточки. Слушайте, а им же до сих пор, да, можно платить. Потому что в обращении-то они, конечно, не встречаются, но, по идее, платить-то ими можно. Гривня. Сейшелы. Ездила у меня сестра на Сейшелы, но вот они все у меня в таком состоянии. В убитом. Хотя банкноты у них красивые. Вот там птички какие-то нарисованы, но их очень плохо видно. Вот это франки КФА. Это мне из Сенегала привозили родные. Интересная. К сожалению, она вот толще остальных, и, наверное, из-за этого она вот эти повреждения получила. Потому что когда берешь стопку, у меня же нет никакого альбома. И я, кстати, задумался уже и даже подумываю себе прикупить. Потому что в свое время я совершил ошибку, покупая дешевые какие-то китайские альбомы для монет, которые многие монеты попортили. И вот купюры у меня тоже не очень хорошо хранятся. Наверное, нужно что-то прикупить и уделить им больше внимания и хранить их более качественно. Кстати, у меня вчера было 3 месяца каналу, так что, друзья, поставьте мне лайк, если вам не жалко. Я очень рад, нас уже там почти 650 человек. Наверное, на 700 или когда будет 750, нужно будет задуматься об анонсе розыгрыша на 1000. Вот этот, блин. Давайте внезапный розыгрыш, друзья. Для тех, кто любит мой канал, кто меня смотрит. Вот эти вот купюрки, они все в плохом качестве. Это повторки, какие у меня есть. Вот их штучек, я не знаю, 25-30. Я хочу их вам, друзья, между вами разыграть. И Таиланд, вот мне подсказали тоже, я забыл совершенно, что это монета, что это купюра таиландская. Я был в Тае, но давно был, лет 6 или 7 назад, поэтому запамятовал. Так, это Индия, рубли, белорусские рубли, наши рубли, СССРовские, опять Беларусь, это кто? Египет, пиастры, рубли, Беларусь, наши, не наши, какая-то Арабские Эмираты, дирхамы. Нигерия в плохом сохранении, Эмираты, тоже вот таким, я даже не знаю, что на них налили, какой-то кофе, что ли, вылили. Таджикистан, купончики старые украинские, юанчик неплохой. Вот эти мне тоже попались в коробочке, но, блин, не, ребят, это уже слишком печально. Это вот так вот я, короче. Не нужно собирать хлам, это нужно просто в утиль выкинуть. Ну, еще тоже Нигерия какая-то, Египет, гривня. И давайте какое-нибудь кодовое слово придумаем. Банкнотище, например, или купюрище. Купюрище, ребят, напишите мне комментарий со словом купюрище. И тогда, если я какой-то номер каждому присвою порядковый, и если что, разыграю потом. Ну, вернее, не если что, а обязательно разыграю. Тоже рублики какие-то СССРовские, эти я пока еще оставлю у себя. Потом будет, наверное, второй этап перебора. Может, еще что-нибудь разыграем. Очень вероятно. Египетская опять денежка. Еще одна египетская денежка.
фунт. Прикольные на самом деле они, но все-таки сердце, друзья, мое отдано монетам. Молдова. Некоторые, кстати, в неплохом сохране. Вот нужно бы их положить в альбомчик. Нужно. Постараюсь этим делом заняться. Вот эта сотка какая-то, она очень плотная. Не знаю, то ли фальшь какая-то, то ли стиранная. Баксик тоже я не разбираюсь. Там есть модификации, разновиды. Вьетнам. Пластик я люблю, пластиковые денежки. Интересно, конечно. Может, и у нас такие однажды сделают. 50 тысяч. И гривня. Друзья, вы, как всегда, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, какие купюрки интересные, какие не очень. Я, кстати, думал после прошлого ролика какую-нибудь из них постирать. Ну, буквально одну штучку, тупо удовлетворить любопытство. Но все, у меня никак руки не доходят. Много вы, кстати, отзывов про это пишете. Что лучше не стоит этого делать, что это убивает купюры. Я понимаю, друзья, я понимаю, что из какашки конфетку сделать практически невозможно. Ну, по крайней мере, если ты мастер, если ты этим занимаешься всю жизнь профессионально, может быть, из этого какой-то толк будет. У такого дилетанта, как я по-любому обречен на провал в этом плане, но попробовать хочется, просто посмотреть, сгладятся ли морщинки, сгладятся, уйдут ли какие-нибудь грязнульки. Опытным путем очень много можно для себя чего открыть в этой жизни. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Я очень рад, что мы с вами уже 3 месяца общаемся, со многими уже сдружились. Хотелось бы продолжать и дальше, дорогие друзья. Всего вам доброго, будьте здоровы и до скорых встреч. А, кстати, знаете что? Я еще вот в прошлом видео сделал закладуху монет филиппинских в альбомчик свой и потом перебирал повторки, и у меня собралось несколько таких небольших наборчиков, да, полных монеток в неплохом сохране. Наверное, я со временем сделаю какой-то либо альбомчик ВКонтакте и будем как бы с вами обмениваться, какие-нибудь бартеры устроим, что-нибудь в этом духе, потому что вот наборчик есть. Вот еще один наборчик, вот еще один наборчик. Эти монетки все похуже в сохране. Вот что мне с ними делать? Не выкидывать же их. Продавать как бы вот такую монету я тоже смысла не вижу. Ну, кто-то купит вот такую монету. Сколько она стоит? 5 рублей такая монета стоит. А какие-нибудь наборчики кому-нибудь в коллекцию было бы, наверное, интересно заполучить. Либо там, опять-таки, путем покупки, да, там, условно говоря, по 5 рублей за монету, по 10, я не знаю просто, сколько они стоят. Либо, вот, например, я вам Филиппины, а вы мне какие-нибудь там Мальдивы, условно говоря. Мальдивы у меня есть коллекция, вы мне какие-нибудь, значит, другие интересные страны. Периодически, кстати, смотрю обзоры и вижу монеты таких стран, я, честно говоря, даже стран таких и не знал. Все, друзья, не буду больше затягивать. До скорых встреч. Пока.